О, гляньте, кто навестил меня. Упустим приветствие, я здесь, чтобы поболтать. Ты же знаешь про событие X? Оно закончилось нарушением баланса между созданием и разрушением. Ты позволяешь этим детям играть в богов. Что мне тогда делать? Может отдать твою роль кому-то другому? Я так не думаю. Думаешь, у тебя есть шансы против своего создателя? Вот мой ответ. Неплохо. Может, нужно научить тебя манерам? Что происходит? Что за... Мне не платили за такое. Что? Тебе платят? Если честно, ты такой скучный. Это может занять время. С меня хватит. Не так быстро. Знаешь, какая проблема в тебе? То, что ты не всемогущий, а ты болтливый.